Сумма первичной регистрации незаконно и необоснованно завышена. Почему перевод обычной версии техпаспорта другого государства в ламинированную версию в Казахстане должен стоить почти 2 миллиона тенге? Это незаконно. Первичная регистрация должна ограничиваться суммой максимум 15 тысяч тенге, так как на самом деле этот процесс занимает у государства никаких вложений. Это всего лишь процесс ввода данных автомобилей в базу МВД Республики Казахстан. При встрече с кабинетом министров при вопросе ему, куда уходят деньги первичной регистрации, а также утиль сбора, он ответил, что эти средства уходят на поддержание местного автопрома. Сумму на поддержку местного автопрома должны привлекаться инвестиции олигархов и прочих, а не из простого населения. В случае, если мы оплачиваем высокие тарифы за первичную регистрацию, якобы поддержку отечественного автопрома, тогда мы должны получать дивиденды с продажи автомобиля.